Ученики начальных классов всех школ страны будут питаться бесплатно. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил принять такую меру поддержки. Предполагается, что средства на эти цели будут выделять из бюджетов трех уровней – местного, регионального и федерального. Бесплатное горячее питание для учеников первых-четвертых классов будет внедрено по всей стране в ближайшие 3 года. А те школы, которые уже подготовлены, перейдут на новую систему с 1 сентября 2020-го. Закон принят Государственной Думой. Подпись под документом должен поставить президент России.